Мы рады приветствовать всех поклонников большого футбола. Мы — это ваши комментаторы Георгий Черданцев и Константин Генич. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень любопытный матч нас ожидает. И смотреть мы его будем, разумеется, в прямом эфире. Два крупнейших города Испании и два крупнейших клуба страны – Мадридский Реал и Барселона. И мы с вами смотрим классику. Когда готовишься к такому матчу, хочется сказать что-то особенное. Но стоит увидеть команды на поле, и все. Ты пропал, никаких слов уже не хватает. Поэтому давайте просто насладимся хорошим футболом. Как ты думаешь, какие задачи команды решают вот в таком товарищеском матче? Ну, мне кажется, матч, если и не представляет особого интереса для болельщиков, то для нас и для самих игроков он очень интересен. Потому что новые тактические схемы, и игроки хотят себя, разумеется, проявить. Посмотреть на все это чрезвычайно любопытно. И смотрим на состав Мадридского Реала. Расстановка по схеме 4-5-1 может получиться очень агрессивная игра. И смотрим на состав Барселоны. Схема 4-3-3 предполагает очень качественную и яркую игру крайних форвардов. Хавьер Маскеран. Маскеран. Иньеста Лухан. Ушел мяч в аут, бросать будет Барселона. Дани Алвес. Могло быть опасно, но Суарес не добрался до мяча. Угловой в исполнении Барселоны будем смотреть. Итак, Криштиану Роналду и его визави Лионель Месси. Какую игру они нам сегодня показывают? Роналду. Главная добродетель этого парня – это скорость. И с мячом, и без мяча. И все прекрасно об этом знают. Что касается Лионеля Месси, отлично взаимодействует с партнерами и после 2-3 передач вполне может оказаться перед воротами соперника. Я думаю, мы увидим сегодня очень серьезную борьбу. Жорди Альба. Почти подошли к воротам, но защитник начеку перехватил он эту передачу. Дани Алвес. Суарес. Есть. Есть поддержка партнеров. Ракитич. Хорошая передача. Защитник хорошо разобрался, не дал пройти этому навесу. Бускетс, Бургас. Какой удар! Мимо мяч проходит, но было опасно. Коллега, ты наверняка знаешь какую-нибудь интересную историческую подробность о Мадридском Реале. Всегда, пожалуйста. Был у Реала такой замечательный форвард, настоящий бомбардир Хуанито, который, к сожалению, ушел из жизни, разбившись в автокатастрофе. Играл он под 7-м номером, забивал очень много мячей, но память Хуанито осталась навсегда внутри чаши Сантьяго Бернабеу. Каждый домашний матч на 7-й минуте, а именно под 7-м номером играл Хуанито. Луис Суарес! Угловой подаст Барселона.